Пробудис кыргызстанду божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Сегодня среда, 13 декабря, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас вместе помолимся и попросим, чтобы Бог нас благословил в этот день. Аминь. Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас вместе поговорим с нашим Господом. Мой Бог и мой Отец, во имя Господа Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в этой молитве. Новый день начинается, Господь, и мы благодарим Тебя за то, что мы смогли встать. Мы благодарим, мой Бог, Тебя за дыхание жизни, за здоровье и за Твою заботу о каждом из нас во имя Господа Иисуса Христа. Мой Господь, сегодняшний день мы отдаем Тебе. Мы просим, благослови, мой Бог, каждого из нас. Иди впереди каждого из нас. Направь, мой Бог, нас. Ты знаешь все вопросы, которые нам нужно решить сегодня. Ты знаешь, мой Господь, все нужды наши. Я молюсь, мой Бог, за тех, кому нужно что-то решить сегодня, какое-то решение принять в своей жизни. Помоги этому человеку. Мой Господь, поставь Твоих ангелов вокруг нашей семьи, наших друзей. И защити, мой Бог, нас от аварии, от катастрофы, от проклятия, от всякого плана дьявола. Мы аннулируем все планы зла. Мы отдаем, мой Бог, Тебе нашу жизнь по вере и провозглашаем. Сегодняшний день будет успешным для каждого из нас. Мы молимся, мой Господь, за нашу страну и просим, благослови Кыргызстан. Благослови, мой Господь, нашу землю. Да будет, мой Господь, в нашей стране спасение и Твое благословение. Мы молимся за всех жителей нашей страны, за правительство, за президента, за людей, которые имеют власть. И мы просим, мой Бог, чтобы Ты дал им мудрость для того, чтобы они могли управлять нашей страной успешно. Мы молимся тоже за другие страны. Сейчас люди молятся с нами из разных точек этого мира. И мы просим, Господь, чтобы Ты защитил их, чтобы Ты благословил каждого из них. Мы молимся за мир в Израиле, мы молимся за мир на Ближнем Востоке, за мир между Россией и Украиной. И провозглашаем, мой Господь, по вере, защиту Твою и благословение Твое там, где, мой Бог, Твой народ находится. Во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолитесь со мною сейчас. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава
нашему Господу. Дорогие друзья, я уверен в том, что Бог услышал нашу молитву, и Он уже благословляет каждого из нас во имя Господа Иисуса. Аминь? Вы верите в это? Да будет так. Обратите, пожалуйста, ваше внимание на то, что здесь написано в Слове Божьем. Я сейчас передам вам направление Слова на сегодняшний день. В Библии написано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Дорогие друзья, вы хотите, чтобы сегодняшний день был успешным для вас? Тогда кто поедет на работу, кто в город поедет по делам, кто останется дома, но вам нужно что-то решить сегодня, какое-то решение принять, тогда вам нужно это сделать по вере. Тогда вам не надо видеть, чтобы верить. Должно произойти наоборот. Сначала вы верите, и тогда вы увидите в своей жизни. Я не знаю, какие вопросы вам нужно решить сегодня или на днях, какие проблемы беспокоят вас, но я могу вам сказать, что раз вы смотрите сейчас эту трансляцию, Бог открывает сейчас вам путь, по которому вам нужно идти. То есть, чтобы вы использовали свою веру, чтобы вы не боялись, чтобы вы не переживали, но чтобы вы доверялись Господу, что вы будете молиться, вы будете просить, вы будете делать свою часть, и Бог вам поможет. Аминь. Дорогие друзья, Он никогда не подводил, и Он вас не подведет. Это Слово Божие для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени, и вы можете присоединяться к нам. И если это слово вам помогло, ставьте лайк, отправьте эту молитву вашим друзьям. Когда я прошу, чтобы вы ставили лайк, это не мне, но это чтобы YouTube предложил эту молитву другим людям. Хорошо? Напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами, и в ваш комментарий добавьте вот эту фразу: «Я буду поступать по вере. Мой Господь меня не подведет. У меня все будет хорошо». Аминь. Провозглашайте это, потому что так и будет в вашей жизни, я провозглашаю. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Да будет так. Дорогие друзья, сегодня в Центре помощи Кыргызстана мы ждем вас на служение «Школа веры». Мы будем размышлять над Словом Божьим. Мы сегодня продолжим говорить о совершенном сердце. И я хотел пригласить каждого из вас в 10 утра, в 15:00 и 18:30. Если вы смотрите издалека, тогда онлайн-служение 18:30. Хорошо? Пусть Бог вас благословит обильно. Хорошего вам дня. Идем вперед. Бог с вами. До свидания. С Богом. Люди могут словами пытаться зародить уныние во мне, но я верю, что в планах приготовленных Господа мне намного больше того, что видят глаза.